Ребята, эти котики попали в опасность, и только вы можете спасти их. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал. У вас есть ровно 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5! Ура! Благодаря вам котики спасены. Приятного просмотра. Смотри, смотри. Да, сочный мальчик. Какой, кролик, наверное. Да. Кто здесь? Давай тихо к нему подкрадемся. Где он? Я потеряла. Я кого-то слышу в этом лесу. Сейчас я нацелюсь. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй, куда прятаться? Прямо в... Ой-ой-ой, лук растеряла. Давай бежим. Он сейчас прямо в лук. Он нас видит, смотри, через глазок смотрит на нас. Ничего не... Ай-яй-яй-яй, больно. Оно стоять! Давай, сейчас мы его это завяжем, привяжем. Нельзя, не стреляйте. Ай, стой, не попало. Стреляйте. Убьете, не стреляйте. Иди сюда, малой. Стой, все, я тебя связала. Мне еле пару лет. Нет, тихо, подожди, сейчас на него нацепим наручники, все. Вы кто такие? Вы такие страшные. Пошли, сказали. За нами иди, быстро. Все, давай, сейчас мы тебя это торкнем, давай вперед. Да больно, сейчас убьете. Иди вперед. Иду. Бьем, говоришь? Но нет, ты еще рано умирать, на, держи, тебе яблоко скушай. Капец, у вас тут лес продвинутый. А что ты кормишь его, зачем? Мы же его потом съедим. Да, конечно, ну просто, блин, если он будет уже как бы полудохлый, невкусно будет, мясо затухнет. Слушай, так, не туда пошел, алло. Вперед! У вас тут лес продвинутый, даже кока-кола есть. Сказали. Ну так а ты что хотел? Век технологий, 21 век на дворе. Так, а ну-ка вышел быстро из этой тачки. А, не берите мою машину, не надо. Вышел из машины. Сейчас сломаем машину, выходи. Эй, не надо, пожалуйста. Я его сейчас убью. Из машины вышел. Не надо, пожалуйста. Да что не надо-то? Вышел из машины, вы сказали. А, пошел, вперед пошел. Ты развалили. Да не в воду, блин, куда ты, елки-палки, туда иди. Куда? Вы меня бьете. Я папе расскажу. Кому ты расскажешь, куда ты в наручниках-то побежишь от нас? Что вы хотите от меня? Сейчас я чего хочу? Мы хотим тебя съесть, да. Вон туда пошел, блин. Кто вы такие, объясните? Вон, смотри, мы тут уже бульончик начали варить. Специально для тебя. Залезай в котелок, давай. Для меня? Вы меня накормите? Не-не-не, мы скорее тебя. Мы себя накормим. Залезай в котел. В смысле? Объясните мне, я не знаю. В котел залезай, что не понимаешь? Мы хотим тебя съесть, мы голодны. Так мне же не кости, я невкусный. В котел залезь. Да нам не важно. Давай. Не-не-не, в котел не залезу, нет. В смысле? Будешь ты куда, блин, это, побежал? Вас никто любить так не будет, вы психи. Я его сейчас убью. Я тоже, я достала. Нет. Где он? Я потеряла его. Где он? Так, ай. Вон он это, наверху. А, вижу, ну все, пацанчик. Ну-ка ты от нас бегать будешь, ты мелкая, да, сюда тухлая иди. Говядина. Да, сама да. Ты говядина, я человечина, не надо меня лезть. Ну это хорошо, он хотя бы жирок растрясет, будет меньше сала. Нет, ты сейчас реально допрыгаешься, добегаешься. Ай, ну боже, ну что вы делаете? Мне же больно. Да потому что мы тебя съесть хотим, что мы делаем? Конечно, мы тебя есть будем. Не надо меня так, есть. Так, если ты сейчас не остановишься, мы тебя... Человека не кушают. Честное нет, слово, нет, человек... сейчас залезет. Да больно, кто больно. Сказал? Больно, не лезьте, пожалуйста, не надо. Ладно, я залезу, только не бейте. Залезай, давай. Я есть уже хочу. Да, вот именно. Давай, быстро. Дайте еще яблочко, я поем. Нет, не дадим. Ну, ты думал, мы тебя съедим. Ну, а потом меня съедите. Я прям тут поджигаю, короче. Воду, сзади тебя! Азрака, ты чё? Ты чё делаешь? Я наоборот буду толстым, наемся, буду таким жирным, и вы у меня сидите. Да чё долго тебя кормить, пока сало твое растет уже 100 раз мы помрем с голоду. Да не помрете. А мы есть хотим очень сильно. Вот можете попугая съесть, смотрите. Нет, это пацан, Кеша. А чё ты взамен можешь предложить за свою жизнь, а? Да. Что? Я хороший актер, я могу станцевать, смотрите. О, нет, это скучно, а еще что? Да, фигня какая-то, мы ну, даже... Ну, даже не знаю, надо подумать. Так, могу короче, попкорном накормить вас? Попкорном. Нет. Да, поджигай его, он бесполезный. Все понятно, гори, короче, пацан. Не, я могу ваше желание исполнить, честное слово. Ну-ка. Что хотите? Вот что хотите? Подожди, нам надо посоветоваться. Давай, стой. Так, это помнишь, мы с тобой там это обсуждали, это момент? Ну, типа, что людьми стать, все такое, потому что скелетами это будет надоело, правильно, да? Ну да, помню, ну ты что думаешь, он сможет, он же обычный человек, он не способен на это.
Блин, но... Ой, подожди, а где он? А может он способен? Подожди, где... куда он делся? Он куда сюда побежал? Погоди, погоди, он где-то так тут. Так, сейчас его найдем. Он где-то в пещере, пацан, пацанчик. Пацан! О, вот он, смотри, я нашла его. Пацан. А что ты прячешься от нас? Я ну, просто давай. Хотел отдохнуть, вы чего? Ты что-то не придумали желание? Так. Да, так, говорите. Мы хотим стать человеком, пацанчик. Ты можешь это сделать? Конечно же, я же Джинни, вот. И ну что, давай, мы ждем, превращай. Да, давай. Только в бутылку меня не надо запихать или бутылку в меня? Мы не будем, вот. Давай, превращай. Давай, хорошо. Превращай. Так, для начала вас научить надо уходить как люди. Так что пошли в магазин за покупками, одежду вам купим. Одежду? Да. Слушай, а это что-то... Подожди, а куда ты, сеструнь, сеструнь, куда я ты тут, делась? Я тут, сеструня, все в порядке. А то я тебя даже не заметила. Так я впереди тебя шла, хи-хи-хи-хи-хи. А, ну да. Так, ну что, куда мы? Куда мы идем? Да, магазин, да. Ванашанчик! Что? А что это такое? Это супермаркет вещей, да всего, там и тортики, и все, что хочешь, продает. Анашан, буду знать. Ну, если стану человеком, буду туда частенько заходить. Да-да-да-да-да, но это надо человеками, наверное, сначала стать, иначе нас поперебивают. Вот чё так такое? Вот, да. Поперебивают, говорю, забыла совсем. Слушай... Это, пацан, а это нормально, что мы тут это, зашли? Ага. Ничего, Хэллоуин как раз, все подумают, что вы... А, точно. Ты что, слышь, ты кого... Подошел сюда, Да-да-да, чего? Мы на костыке. Не бей меня. Так, выбирайте себе шмотки. А где? Вот эти креветки на себя нацепить надо, а как? Опа. Ты креветка, положи креветки обратно. А чё? Вот шмотки, вот, магазин шмоток, вот отдел шмоток. О, какой тут выбор-то большой, ну-ка. Опа, смотри. Вот, смотри, какие труханы на тебе классные. Крутецкие, смотри, какие трусики. Вот это здорово. А это крутецкие. Так, ну-ка, сейчас я тут это тоже надену-ка, опа. Давай. Опа. Опа. А вот это я не могу одеть почему-то, ну-ка. А, не могу. Не, по-моему, я в этом стрёмно выгляжу. Вот так вот, может? Ну-ка, да. Стрёмно, вы все стрёмно выглядите. Ой, ты прям похожа на этих, на обычных скелетиков, сеструнь. Да? Ага. Блин, да, наверное, ты права. О, ботинки чёткие, мне нрав. О! А. Опа, смотри, смотри, какие гучи линзы на мне брать. Ой, сеструнь. Сестру, я с такой кучей. Фига, ты, конечно, круто выглядишь, а я как не очень. Вот фигня. Ну ладно, мы смотрим, мы приоделись нормально? Нормально, да, подойдет? Да, конечно, все, пойдет, красавицы, да. Давай, превращай. Так, а почему мы еще не люди? Так, нужно вас научить вообще сидеть, ходить, общаться как люди, а то вы всякие слова говорите неправильные. В смысле, какие-то все нормальные слова говорим? Нет, вот садитесь, вы говорите по-склетячи. О боже, ты не умеешь сидеть, встань. В смысле, нормально сижу, это у тебя... А ты попробуй сесть. Сеструнь. Ой, сейчас сяду. Боже, капец. Ничего себе, сеструня, там лаги начались, сеструня. Опа. Добрые, все добрые. У тебя получилось? Нет, пошли еще домик мой зачекаем. А что в твоем доме, а зачем твой домик нам нужен? А будете тут жить. Чего? Зачем? Просто. Так это же неудобно постоянно карабкаться сюда. Ты чего, а нормального дома у тебя нет, пацан? А если вы не превратитесь, а вот будете жить здесь? Потому что с клетом... Не, мы пойдем в лес, мы съедим тебя и пойдем в лес. Ну да. Нет, я превращу. Ладно, пошли домой. Сейчас попробуйте людскую еду есть. О, может быть людская еда поможет. Сеструнь, я не могу в дырку попьем. О, попала. А, ты сразу попала. Пипец ты это, да, волшебная. Я меткая. Да, ты меткая, не то что я. Так, где ты живешь? Вот я тут живу. Заходите, не стесняйтесь. Это тут люди живут, кошмар какой. Ой, я пролезу. Ой. Неудобно-то как. Так, и что это такое? И что это такое? Так, пейте с вот этих бутылок, и вы, скорее всего, превратитесь. Ладно. Надо бежать. Сеструня, чокаемся? Чокаемся. Чокаемся. Уть. О, сеструня, а что там мне тоже плёха и кушать захотела. Сеструня, вставай, ты погляди. Мы девочки с тобой. Вау, смотри, какая это, гля, какая красотка. Ой, сейчас я тоже сниму. Кто вы такие? Глянь, мы с тобой одинаковые, прям близняшки, только я белобрысненькая, а ты тёмненькая. Да-да-да. Я не думал, что вы так резко превратитесь, я пошутил. В смысле? В смысле пошутил? Ты сказал...
Ты нас обмануть хотел? Не попадай под горячую руку, я сейчас с него выстрелю. Давай, сестру. А что там это стекло сломано? Опа. Опа. Ой, знаешь что, сестру, я пошел. Ладно, короче, пошел он. Давай его хату заберем. Давай хату заберем, тут мы заделаем его бутылкой, нормально, точно. Да, все. Пошли. Пойдем. Так, а ты что, зашел? Это наша квартира. Это моя хата, мама придет вам, просто пуканы разорвет. Давай, давай, мы тебе пуканы разорвем. Так, а где он спит? Мама, иди сюда. Смотри, тут труханы. Ладно, давай спать уже. Ой, спокойной ночи, сестренечка. Какая ночь.